У нас в студии Лариса Лучшева, доцент Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, главный стоматолог по профилактике Хабаровского края. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот сегодня затрагиваем тему, как смена прикуса. Да, это когда молочные зубы меняются на постоянные. Mm-hmm. Вообще вот интересно, природа придумала. Вот зачем человеку два вида зубов, молочные и постоянные? Есть ответ на этот вопрос? Или уже принимаем как данность? Нет, ну, наверное, физиологически, конечно, есть. Mm-hmm. Потому что ведь череп ребенка маленького отличается от черепа взрослого. Mm-hmm. Поэтому если маленькие зубы будут на большой взрослой челюсти, да, просто это как-то невозможно, это невозможно, да, для получения питания. Да, и тип питания все-таки, да? Сначала ребенок все-таки он младенец, он питается молоком, да? Не, ну он начинает прикорм все-таки уже с 6 месяцев, да, и потом дальше уже молочные зубы, в принципе, позволяют ему получить необходимое количество белков, жиров, углеводов для того, чтобы он рос и развивался. Поэтому у нас даже с вами есть такая программа, да, 20-80, о которой мы говорим, что в 80 лет можно иметь 20 зубов и при этом получать необходимое количество вот этих строительных компонентов. Да, но мы все-таки возвращаемся в детский возраст. Mm-hmm. Кстати, вот когда начинается период смены зубов? Это же не так, что вот все зубы выпали и новые все выросли. Это же постепенный. Вот сколько он длится? Да. Mm-hmm. Ну, длится он по-разному, но начинается он тоже по-разному у детей. У кого-то может уже даже с 4,5 лет уже даже быть такие вот моменты, да, роста челюстей и приближающейся смены прикуса. Вообще считается где-то с 5 лет и до 12 лет. То есть с появления первых постоянных зубов нижней челюсти обычно появляются, и оканчивается прикус, формируется уже к 12 годам, когда появляются верхние и нижние седьмые зубы. Угу. То есть у нас есть вот шестые зубы, да, маляры, и потом седьмые зубы. Вот когда они смыкаются, считается, что как бы прикус уже сформировался. Завершил. Но у нас еще есть восьмые зубы, которые могут вообще всю жизнь расти. Да, всю жизнь, да, но это вот как раз-таки характеризуется уже четвертый период формирование черепа и формируется уже, так скажем, взрослый череп. Вот, но они могут и не прорезаться. Могут быть, а может не быть. У кого-то раньше, у кого-то позже. Ну вот сразу вот на что обращаем внимание? Когда начинается период смены зубов, вот насколько я знаю, вот мы тоже говорили с вами об этом, что возникает такая проблема, в этот период зубы начинают портиться. Почему они портятся? Молочные зубы портятся, да? Ну вот я-то уже знаю ответ на этот вопрос, да, потому что плохо чистим, да, наверное. Да. Потому что, конечно, ухудшается гигиена, вот, пища становится другая, да, более мягкая, менее требующаяся жевания пища такая, да, то есть потому что возникает боль. Вот, период прорезывания зубов, он характеризуется дискомфортом во рту ребенка. Ну, взрослому понятно, когда восьмой зуб прорезывается, да, мы все испытываем вот это вот ощущение неприятное, да, невозможно даже есть, принимать пищу. То же самое происходит у ребенка, в общем-то. То есть это же не такой... Непростой такой период. Процесс, да, период, да. Начинается он с того, что молочные зубки становятся подвижными. Вот, это уже ограничивает жевание ребенка, вот, и уход за зубами, соответственно, и слюноотделение становится меньше, слюна становится более вязкая, вот, она ухудшает вот эту тоже функцию самоочищения, зубки начинают молочные портиться. Но в эту вот плохую среду нам не надо, чтобы прорезывались молодые, еще не созревшие, еще ранимые постоянные зубы наши. То есть период-то прорезывания чем опасен у нас? Что... больно, вот, смена питания возникает и ухудшение ухода за зубами. То есть, наоборот, надо бы усилить гигиену, а мы ее ослабляем. Ну да, вроде как больно, не буду там дочищать, там же мне больно, и поэтому не буду щеткой туда касаться. Ну да, И вот такой порочный круг запускается, а, соответственно, зубы не прочищены, и потом начинают они уже разрушаться. Еще что надо сказать, что родители, чтобы были внимательны, потому что действительно это болезненно, первое. Второе, для того, чтобы зубы хорошо прорезывались, нужно им место. А очень часто места нет. И поэтому родители видят, что зубки как бы идут в два ряда, как они говорят. Да? То есть они скученные зубки. Особенно это мы начинаем смотреть на нижней челюсти. По какой-то причине, может быть, по причине кариеса, там, да, зубы молочные были удалены. И нет места для будущих постоянных зубов. Поэтому на что надо обратить внимание родителям? Так. Что где-то с возраста 3,5 лет должны появиться щели между зубами. То, что мы называем тремы и диастемы. То есть
в этих участках растет череп, нижняя челюсть растет, да, и верхняя челюсть растет. И для будущих постоянных зубов должно быть место. Да, вот это очень важно. Потому что зубы же уже сами не растут, они уже как прорезываются, конечно, и они нам на всю жизнь такие у нас. Они уже на всю жизнь, да. Поэтому важно, чтобы вот они как бы вот росли ровненько, эти зубки. Если по каким-то причинам родители видят, что зубы не прорезываются ровно, надо сходить к стоматологу. Тут вот очень важно взаимодействие со стоматологом. Ну да, и мне кажется, что период подходящий. Во время роста, наверное, и легче работать вот ортодонтом, да? Ну, как-то вот смотреть. Ну, можно, да. Брекеты ставить нельзя, конечно. Вот. Но есть аппаратные системы, то есть есть пластинки. Есть и возможные виды там стимуляторов для роста челюстей. Ну, прежде, я думаю, что нужно узнать особенности. Ведь это очень индивидуально. Кому-то надо, кому-то не надо. И, может быть, все в порядке, да? А может быть, не все в порядке. Да. Но я думаю, что мы про это должны поговорить, потому что это функциональная ортодонтия, и можно заметить по поведению ребенка, что нужно подкорректировать его в характере глотания, поведения, осанки, вредных привычек и так далее. Да. То есть это все можно заметить и как-то на это повлиять. Да, да, да. Ну вот у нас здесь всегда такой вот интересный момент, и я вот сколько раз мы об этом говорим, меня это всегда удивляет, но вот я еще раз вас об этом спрошу, что вот зубы-то еще молочные, да? Ага. А зачатки зубов постоянных уже все есть сразу с рождения, да? Ну, не все. Нет, нет. Это периоды тоже формирования. То есть период, да, когда ребенок рождается, у него уже зачатки маляров и центральных зубов уже есть. То есть вот они вот, вот здесь мы можем увидеть, да, на этом муляже. То есть вот у нас зубы молочные получаются здесь, да? А вот там вот глубоко сидят, это зачатки зубов. Зачатки постоянные, да. Причем они же не вот сразу таких колпачком, да? Вот. А они прямо имеют стадию формирования там, да, черепков там. Ну, это вот такие анатомические термины. А потом, когда формируется коронка, и корень дальше начинает расти, он поднимается все выше и выше уже к альвеолярному краю и вызывает рассасывание корней молочных зубов. Это вообще очень уникальное состояние. То есть молочный зуб, он вообще имеет такие же корни, как и здоровый, обычный зуб. Но они куда-то деваются. Да, да. Но вот этот растущий снизу зачаток, он вызывает резорбцию, как мы говорим, корней. И в итоге потом, когда уже родители, либо сам ребенок удаляет молочный зуб, оказывается, что он как будто бы сверху приклеен, да, что он как будто бы там не имеет корней, что он такой вот маленький. На самом деле нет. Это процесс именно прорезывания зуба. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда ведь нет зачатков постоянных зубов, то есть адентия. Вот. И молочные зубы тогда могут служить человеку всю жизнь. Вот. Очень много у нас есть взрослых пациентов, у которых мы диагностируем, что у них вот они прожили свою жизнь с молочными зубами. То есть так бывает? Да, так бывает. И, в общем-то, это вариант нормы, да? И это, ну, не сказать, что это вариант нормы, но есть такие вот как бы тенденции к уменьшению, что ли, количества зубов. А вообще с чем это связано? Или такой вопрос философский? Это философский вопрос, это вопрос вообще, да, антропогенеза, вот, тенденции, то есть к чему это ведет. То есть это ретардация, акселерация, то есть это к раннему развитию наоборот, либо это наоборот замедление развития. Ну, в общем, такое бывает, и если так, то ну, просто внимательно следим тогда за этими молочными зубами. Да, всю а иногда жизнь. Бывают очень поздние сроки прорезывания. Вот такое тоже бывает, и родители бьют тревогу. И, в принципе, правы. Вот у нас есть такие клинические случаи, когда, например, центральные верхние зубы прорезались, а вторые первые, зубы... да, вот да, вот. Да, а вторые зубов их нет. Вот, и когда мы стали смотреть снимки, там, КЛКТ дополнительного ребенка, да, то выяснилось, что корни постоянных зубов расположены так, что они мешают прорезаться зачатком вторых постоянных зубов. К чему бы это привело? Вообще к тому, что эти зубы бы не прорезались. Потому что механизм прорезывания зуба состоит именно в росте корня. И если корень там сформируется, то тогда зуб уже не прорежется. Поэтому родителям, вот я и говорю, нужно быть очень содружественным в этот момент с врачами-стоматологами. Ну и все-таки, пользуясь случаем, что все-таки мы говорим о важном таком моменте, что важно уделять внимание гигиене. Может быть, мы все, у нас здесь есть маленькая такая детская, детская челюсть, да, да, такая. Может быть, мы все-таки вот покажем, что важно. Еще раз, да, что важно. Значит, важно, так как у нас
шестые будут зубы, вот здесь вот, да, за молочными зубами. И может быть здесь капюшон и гематома прорезывания. Капюшон – это под которым зубчик, да, сидит. Да, под которым зубчик, да, он может даже нагноиться. То есть тоже может быть черное пятнышко здесь такой гематомки. То вот аккуратненько, конечно, эту область уже мы должны прочищать, но сходить к стоматологу. Но, как всегда, техника чистки будет одинаковая. Вот, сначала чистим вот эту жевательную поверхность, самую ранимую для кариеса, самую первую, которая поражается кариесом. Поэтому круговые движения, либо, если вот удастся, вот такую вот щеточку, которая прям располагается очень удобненько по зубным рядам на жевательной поверхности. Uh-huh, то есть наши первые движения всегда вот эта жевательная поверхность. Солнышки. Солнышко, да, да. А второе движение у нас уже будет всегда идти либо элемент дождика, то есть мы говорим, это когда сверху вниз, да, мы рисуем, и изнутри в том числе, либо элемент рисования травы, да, то есть снизу. Трава растет мы из рисуем земли, поэтому снизу. Да, 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 на нижней челюсти снизу мы рисуем. Но так как зубы у нас в разной стадии прорезывания, вот на этой челюсти, наверное, есть такие элементы, когда у нас каких-то... зубы, ну здесь вот не представлен такой момент, вот, когда зубы на разной высоте находятся, поэтому мы щеточку ставим вот так поперек, вот, то есть мы ее ставим не вдоль желательно, а вот так поперек зубного ряда, то есть тогда нам удастся прочистить все поверхности вот тех зубов, которые вот прорезываются, вот боковые участочки. И ну, я думаю, знаете, наверное, не лишним, если лишний раз, не лишним лишний раз, да, такая у меня получился такой словесный да, каламбур. А если родители помогут ребенку чистить зубы в этот период, и, может быть, даже где-то дочистят, или, может быть, даже будут чистить в помощи ему, потому что это будет более верно. Да. Еще я хочу дополнить, вот, важно очень сказать, что период, в этот период надо усилить гигиену, может быть, даже добавить электрическую щетку, вот, для того, потому что она уж точно заставит чистить каждый зубик по отдельности. Вот, и зубная паста должна быть особая. Пусть родители обратят внимание, что есть в аптеках специальная паста junior, да, для вот подросткового периода, для периода сменного прикуса, потому что там более абразивные компоненты, с немножко более таким агрессивным очищающим компонентом, коэффициент RDA, мы говорим, уже там 120 вот в этот период пасты, и с более высоким содержанием фтора, потому что это наш кариес-протекторный микроэлемент. Вот. Поэтому прямо специальные зубные пасты для периода прорезывания зубов. Ну, я думаю, питание, конечно, тоже должно быть в этот период, да, если кальций, это у нас кальций, да, это, наверное, молоко, ну, да? Ну, вот тогда и солнце, и воздух, да, и режим дня, потому что это все важно, чтобы кальций утилизовался, витамин D и так далее, все должно быть вместе. Ну да, и ведь это уже зубы на всю жизнь, поэтому как они вырастут, как они прорежутся, это очень важно, залог на всю жизнь. Ну и все-таки, я хочу сказать, содружество со стоматологом в этот период очень важно. Мы прям все время говорим, ну прям вот два раза в год. Почему? Увидит скученность, увидит уже формирующиеся какие-то зубочелюстные аномалии. Можно сделать герметизацию зубов. То есть вот они уже прорезались, и мы их как бы так сохраняем, да? Да, 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 да. Такую профилактику делаем на них, да? Вот, можно сделать покрытие зубов торлаком, такими длительными компонентами для D и реминерализации, вернее, как бы за реминерализацией. То есть мы усиливаем питание. Зуб-то еще слабо минерализован. Он будет минерализоваться еще из слюны на протяжении всей своей жизни. Но вот эти участки слабой минерализации, нам нужно их не пропустить, поэтому все важно. Вот как много таких тонкостей, о которых действительно только уже специалист будет знать. Да? Но наша задача не пропустить этот период. Спасибо огромное. Ценные советы, ценные рекомендации. В студии у нас была Лариса Лучшева, доцент Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, главный стоматолог Хабаровского края по профилактике.